Несчастья на дорогах. Их слишком много. 27 тысяч жертв ежегодно. Почему водители идут на смертельные виражи? Как остановить этот дорожный хаос? Уничтожение контрабанды. Какие сюрпризы несут в себе нелегальные продукты? Если такая продукция попадет на стол, то придется жалеть людей. Почему сами европейцы избавляются от опасного продовольствия? Как ксензы охмуряют козлевичей теперь на Украине? И у меня сбилось мысль, черт. Каких тараканов несостоявшийся глава Укрнафты Чичваркин продает украинским красоткам за $200? Комитет спасения Украины. Как бы я действовал, будучи президентом, вернуться в Киев без Януковича, сместить Порошенко и даже изменить цвет украинских паспортов. Может, он будет другим. А у Марии Гайдар уже синий с трезубом, вручил президент. Я считаю, что у нас общие враги. Почему от родного красного с двуглавым орлом торопится отказаться? Я написала заявление. Грустная история, блуждающая улыбка. Как неискушенные украинские власти развели дочь российского реформатора. Кого еще охмурили? А кто давно отказал? Я из другой страны. Первая операция сирийских повстанцев, обученных США против ИГИЛ. Половина убиты, пленены или бежали. Оценка Пентагона, цитата, «чертов бардак». У России есть четкий план. Сформировать единый консолидированный фронт для борьбы с ИГИЛ. Чем он отличается от американского? Хиросима и Нагасаки. 70 лет атомному кошмару. Страшный вихрь. Он был, как обжигающий огненный смерч. Для чего США уничтожили сотни тысяч жизней? Почему никогда не попросят прощения? Человечество обречено жить в состоянии скрытого страха, повторения ужасов Хиросимы и Нагасаки. Кто внушил американцам небылицу о том, что бомбы «Малыш и Толстяк» спасли Японию от советской оккупации? Смотрите «Большие воскресные вести» в 20:00.